Сегодня мы сделаем тренировку по системе Табата. Таймер тренировки 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем. У нас всего будет 14 упражнений. И первое упражнение – приседания. Поехали, 20 секунд работаем. Широкая постановка ног, колени у нас смотрят в сторону носочков. Спина ровная, корпус немножко наклонен вперед. Во время приседа колени не заходят за носки. У нас еще осталось 5 секундочек. 3, 2, 1. Отлично. Следующее упражнение – выпады вперед. По сути, мы делаем шаг вперед, и затем колено задней ноги у нас должно коснуться пола. Назад же мы отталкиваемся пяткой передней ноги. Поехали. 20 секунд работаем. Для более сильного вовлечения ягодиц можно наклонить корпус немножко вперед. Если хочется, чтобы работало больше переднее бедро, значит держим корпус ровно. Живот втянут, плечи опущены вниз. В коленях сохраняем 90 градусов. Осталось 3, 2, 1 секунда. Закончили. Сейчас отдыхаем, и следующее упражнение у нас будет такое. Бег с высоким подниманием колен и бег с захлестом. Начинаем через 3, 2, 1. Поехали. Высокие поднимания колен, коленки должны быть где-то на районе талии, и дальше захлесты, касаемся руками наших стоп, поехали, у нас осталось с вами еще 5 секундочек, работаем, 4, 3, 2, 1, отлично, отдыхаем. Следующее упражнение, одно из моих любимых, это боковые выпады. Это упражнение отлично округляет и поднимает попу. Так что давайте готовимся. Поехали. Выпад. Одна нога у нас ровная, другое колено у нас сгибается. Работаем мы, получается, той ногой, которая у нас сгибается в колене. Толкаемся мы пяткой рабочей ноги, корпус у нас ровный и слегка наклонен вперед. Делаем небольшие такие пульсирующие движения и встаем. У нас 3 секундочки осталось, последний выпад. Молодчинки. То же самое будем делать на другую ногу. Переходим на другой конец коврика и мы будем начинать уже упражнение через 3 секунды. 2, 1 и поехали. Упражнение. Корпус наклоняем вперед, живот втянутый, толкаемся пяткой рабочей ноги и выходим в ровное положение. Также, чем больше вы наклоняете корпус вперед, тем больше будет вовлекаться именно ягодичная. У нас осталось с вами совсем чуть-чуть. 3, 2, 1. Отлично, молодцы. Следующее упражнение у нас будут тоже выпады. Это выпады назад и такой кивок вперед. Эта комбинация тоже очень хорошо вовлекает ягодицы. Ну что ж, поехали. Шаг назад, корпус немножко наклоняем вперед. И потом той же ногой мы толкаемся вперед. Выводим ее на 90 градусов вперед. Вы должны чувствовать заднее бедро и ягодичную мышцу передней ноги, та, которая у нас сгибается в колене впереди. Также, когда мы встаем, не помогаем себе задней ногой и встаем за счет передней ноги, толкаясь пяткой. Теперь то же самое мы будем делать на другую ногу. Упражнение очень эффективное, берите на заметку, запоминайте и обязательно делайте хотя бы 2 раза в неделю. Ну, поехали, шаг назад и толкаемся пяткой передней ноги, выводим другую ногу вперед и выбрасываем ее на 90 градусов. Также, когда мы делаем выпад назад, наклоняем наш корпус вперед для того, чтобы растянуть ягодичную еще сильнее. И мы заканчиваем через 3, 2, 1. Умнички! Следующее упражнение будет самое жиросжигающее из того, что придумал фитнес до наших дней. Это называется бёрпи. Здесь работают практически все мышцы. Ну, поехали. Прыжок вверх и ложимся на поверхность коврика, отжимаемся и опять выпрыгиваем вверх. Это упражнение сжигает очень много калорий, оно энергозатратное. У нас с вами осталось еще 8 секунд. Выпрыгиваем вверх, как только можно, выше. И стараемся как можно быстрее сделать упражнение. И закончили. Отдыхаем. Следующее упражнение будет такая комбинация приседа. То есть мы находимся в приседе, 90 градусов у нас в бедрах. И затем мы становимся на колени и выходим из коленей опять в полуприсед. Ну что ж, поехали, ребята. Делаем это упражнение, когда мы встаем с коленей, не выравниваемся, мы находимся постоянно в приседе для того, чтобы ягодицы у нас работали постоянно. У нас еще осталось с вами 3 секунды, 2, 1, отлично. Следующее упражнение – приседание лягушка. Это упражнение отлично растягивает заднюю поверхность бедра, а также улучшает мобильность тазобедренных суставов. Также хорошо работает здесь переднее бедро. Ну что ж, мы ставим локти между нашими коленями и держим локти в этом положении постоянно. Затем мы выравниваем колени, приподнимая таз вверх. В этот момент должно тянуть под коленками, а также может забиваться переднее бедро. Молодцы, у нас осталось 3 секунды. Отлично.
Дальше у нас идет комбинация приседаний и выпадов. Мы опять же не встаем полностью, мы находимся постоянно в полуприседе и делаем такое пульсирующее движение в приседе и выпад назад. Поехали, ребята, начинаем наши приседания. Пульсация, выпад назад, пульсация, выпад назад. Корпус у нас наклонен вперед, а спина у нас остается ровной. Держимся, держимся, у нас осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Отлично, девчули. И сейчас будет у нас упражнение под названием sprawls. Это что-то похоже на бёрпи, но здесь нам не нужно касаться пола, не нужно выпрыгивать. В общем, немножко проще упражнение. Ну, поехали. Делаем в максимально быстром темпе. То есть мы выпрыгиваем в положение планки, и дальше мы выпрыгиваем в положение приседания. Руки отрываем от коврика. Стараемся двигаться быстро. У нас осталось 5 секундочек. 4, 3, 2, 1. Отлично, ребята. И следующее упражнение будет легенькое для того, чтобы перевести наше дыхание. Это будут шаги у нас вверх с таким прыжком. А также упражнение конькобежец. Ну что, поехали. Прыжок, подскок. Приподнимаем колени вверх, к груди. И дальше прыжок в сторону. И переносим вес тела на другую ногу. Затем толкаемся пяткой и переходим на другую ногу. И опять колени вверх. Отлично, 3 секундочки, 2, 1, закончили. Следующее упражнение называется обратные бёрпи. То есть выпрыгиваем вперед, затем катимся назад, ноги у нас ровные, захлестываем и за счет инерции встаем из коврика. Поехали. И прыжок, легли на спину, ровные ноги, и далее выпрыгиваем. Чтобы, если у вас не получается вставать, то можно скрестить ноги, тогда будет проще. И у нас осталось с вами 5 секундочек, 3, 2, 1, отлично. Ребята, мы закончили нашу жиросжигающую тренировку на все тело. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и увидимся в моих следующих видео. Пока-пока!